25 августа глава Якутии Егор Борисов принял у себя чемпиона Европы по боксу Василия Егорова. Спортсмена сопровождал его личный тренер Артур Пахомов. Глава республики похвалил боксера и пожелал удачи на предстоящем чемпионате мира, а спортсмен рассказал о том, как он готовится к главному турниру года. Там вот неделька отдохнул и сейчас поеду работать. А отдых чем заключается? Отдых, я вот... Лежать, читать, смотреть? Не, отдыхаю я в основном у себя в деревне. Там отдыхаю. А так, когда в городе, я вот в парк хожу. Кино, и тренируюсь. И тренируюсь, всегда держу себя в тонусе. Нам расслабься, сейчас нельзя. Один раз делать обязательно. Да, ну сейчас я с тренировкой пришел. Напомним, что именно на чемпионате мира в катарской Дохе будут разыграны путевки на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро. В ходе встречи молодому чемпиону Европы вручили сертификат от Федерации бокса Якутии на сумму 3 миллиона рублей.